Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова новогодний рецепт, и на этот раз закуска для праздничного стола из говядины. Мы будем готовить рулетики из говяжьей вырезки с начинкой из сладких перцев. Это очень простое и легкое блюдо, которое сможет приготовить абсолютно каждый. Для рецепта нам понадобится лимонный сок. Можно купить готовый лимонный сок или выжать самим из лимона. Я разрезаю лимон на две половинки и выжимаю сок с помощью вот такой вот ручной соковыжималки. Она очень удобная. Теперь берем говяжью вырезку и нарезаем ее на небольшие кусочки поперек волокон. Кусочки не должны быть слишком тонкие, примерно 2 сантиметра будет достаточно. И для этого рецепта я рекомендую использовать именно говяжью вырезку, а не какие-то другие части. Рулетики получатся очень вкусными и мягкими. Теперь выкладываем нарезанные кусочки на разделочную доску и накрываем доску пищевой пленкой. Берем специальный молоточек и слегка отбиваем мясо с одной стороны. Когда вы накрываете мясо пленкой, во-первых, мясо не разлетается у вас по всей кухне, а во-вторых, разделочная доска не скользит от ударов. Посмотрите, что у нас получается. Теперь наше мясо нужно промариновать. Для этого в небольшой миске смешиваем лимонный сок с солью и с небольшим количеством оливкового масла. И с помощью силиконовой кисточки смазываем наше мясо с двух сторон. Смазываем с одной стороны, переворачиваем и наносим на вторую сторону. Оставляем мясо промариноваться примерно на 10-15 минут. А мы пока займемся начинкой для наших рулетиков. Берем сладкий перец, вынимаем из него семена и нарезаем на тонкие полосочки. Теперь эти полосочки перца нам нужно обжарить. Жарить и перцы, и мясо лучше всего на сковороде гриль. У меня вот такая вот сковородка, Нева Металл Посуда серии Байкал. Мне она очень нравится, я пользуюсь ей уже несколько лет. Почему сковорода гриль лучше обычной сковородки? Продукты на ней будут именно жариться, а не запекаться. И получится с очень красивым ребристым рисунком. У этой сковородки антипригарное покрытие, жарить можно почти без масла или чуть-чуть сбрызгнуть оливковым маслом, как я это делаю. Съемная ручка, в общем, сковородка мне очень нравится. Купить точно такой же или почитать про нее отзывы вы можете вот здесь. Нажимаете на кнопку, должна появиться внизу, и попадете на сайт магазина, где можете узнать побольше информации об этой сковородке. А мы продолжаем дальше. Совсем чуть-чуть сбрызгиваем сковородку оливковым маслом, прокаливаем на сильном огне и выкладываем наши перцы. Жарим примерно по 1 минуте с каждой стороны. Перцы должны остаться слегка мягкими. Затем на той же сковородке обжариваем наше прекрасное мясо. Мясо жарим также на сильном огне и также примерно по 1 минуте с каждой стороны. Мясо не должно пережариться, это очень важно, иначе оно получится жестким. Теперь берем кусочек обжаренного мяса, складываем в него перец, сворачиваем в рулет и скалываем сверху зубочисткой. Рулетики нужно довести до готовности в духовке. Готовим их примерно 5 минут при 200 градусах. Выкладываем рулеты на праздничную тарелку, и для красоты их можно посыпать паприкой. Посмотрите, какие красивые рулетики у нас получились, и они еще очень вкусные, и главное, что их просто готовить, с этим справится абсолютно любой, и вашим гостям они точно понравятся. Кстати, мы уже съели несколько штук, поэтому у нас осталось вот только 6 рулетиков. Уверена, что этот рецепт вам тоже очень понравится. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.